Отдых пока оставляем. Не знаю, что это такое. Пока. Так, погнали за артефактом сразу. Повышает здоровье. На 30 всего. Фигня. О. Ну, да, в рукопашку сражаться выгоднее. Опаснее, но выгоднее. Можно, наверное, такой урон поднять. Вот у них здоровье, допустим, до хрена. Долго бить. Давайте, подойдите. Осмельтесь. А, вон проклятие. Проклятие надо идти снимать. Мне и то надо убирать. Но лучше пока, наверное, проблемы с едой решить сначала. Блин, она очень много отнимает. Да. Удары быстрее. Повышает макс запас здоровья. Удары наносят больше урона. Лечение более эффективно. Лечение более эффективно. Одна есть. Блин, мне надо магазин найти. Вот попался бы там этот предмет, который просто убирает проклятие. Жестко меня сейчас прессанули там. Откуда молнии взялись? Я какой-то... А, я кристалл разбил. Скотина! Сразу блевать начал. Оу. Оу. Хорошо. Магазин, скорее всего, там вон за ключом будет. Так, ну тебе совсем чуть-чуть остается-то. Ай, закрыл! Там секретка, я видел. Вот тут. Эх, не получилось статую разрушить. Рыба. Ключ в обмен на бомбу? Нет, конечно. А рыбу сейчас посмотрим. Сначала надо проклятие снять. Может, я больше восстановлю здоровье? А тут опять проклятие. Ну, туда несложно попасть будет. Ну, давай! Не дал. Это что? Здоровье постепенно восстанавливается. От тролля. Но у меня есть артефакт, который усиливает действие. О! Ого! А чё же я никогда эти тележки не разрушал? 600 золота. Тут, по идее, надо ключ брать, бомбу по дешевке тоже можно взять. Здоровье постепенно восстанавливается. До какой степени? Ой. Так, давайте мы его возьмем. И используем. Вот так. Надо было сначала мне в проклятие сходить, наверное. Да, оно долго держится. Побежали бегом, бегом, бегом. Чтобы без понта оно не давало здоровья. Даже половины еще не прошло. Оно его вообще прикольно восстановит. Много. Так. Убирай. Отлично, еду. Еду убрали, макс хп осталось. А, все почти закончилось? Ха! Ну ладно, все равно прикольно. Зато я теперь могу спокойно использовать еду. И взять еще одно проклятие. Сначала я, конечно, пойду обожрусь. Нормально так, по-человечески. Ты кто? Дальность бросков. А почему до сих пор она отравленная?
потому что уже ничего не изменить, правильно? Забираем ключ. Забираем дешевую бомбу. Все, уходим. Вот сюда теперь надо. Высовывайтесь. Ага, теперь убирайтесь. А, ха! Че я прыгаю-то? Давай новое проклятие мне. Поедатель предметов. Убийство врагов уничтожают предметы. Блин! Наносите больше урона бросками. Какие? А, вот эти. 20 врагов, один предмет какой-то будет уничтожен. Хм. Как от этого барахла избавляться? Никак. 19. Ну, надеюсь, бомбы хотя бы. Так, ты пока собирай. Не-не-не. Все, почти уже. Да блин, у хер ты уселась. А, сейчас сразу будет стрелять. Ну вот. Босс. Хм. Это легкий. Наверное, самый легкий. Хотя нет, может следующий легче. По этим по камням тоже можно бить, оказывается. Ой, нифига. Нифига. Продамажил меня самый легкий босс. Но у него уже пол хп нет. Ага, я готов. Уже по две, да? Блин, да я не успеваю. Успеваю, но плохо. Так, понеслась. Тише! Да тише! Не надо меня убивать! Все, сдох. Нихера он меня продамажил. Может, сейчас хотя бы в магазине поменяются предметы? А, иногда по три бомбы выпадают. Пойдемте глянем магаз. Может, там уже не отравленная еда будет? Так-то я могу обычный накупить. Урон плюс 12 всего-то. Ну блин, ну давай. А, все равно отравленная. Там уже, наверное, не исправить. Значит, только в следующем магазине. Ну все, на выход. Еще 11 врагов, и я потеряю предмет. И с макс хп что-то надо делать. Есть что? Не. А тут? Не. Тогда давайте взрывать. По-любому что-то будет. Пусто. А тут? О! Вот и еда. 33. Нормально. Нормальное восстановление. 33. Еще парочку и фул хп. Все, взяла на левел. На. Почти на меня прям. Ведьма. Она сюда тоже может в пропасти создавать, интересно. Все. Так, а эти, по-моему, плеваться умеют. Они, я точно знаю, отравляют.
Не, прыгает. Но все равно лучше перестраховаться. Все, теперь она быстро будет собирать. Теперь вообще не проблема. Так, ключ. По поводу золота можно не париться. Соберешь? Туда я и так попаду. Ключ не взял. Так, 13-9, да? Это что? Повышается радиус урона от ударов, но снижается сам урон. Насколько интересно? Ого! Не, это классно. Теперь можно и не кидаться, а этой штукой бить. Так, вот это можно взорвать. Все равно много всего. Пусто. О! Так, что-то я не заметил эту клею, по которой она едет. Здоровье 206. Пустая комната. Ловушка. Но бомба-то все равно выпала. Магаз, вот. Давай, снятие проклятий. Ну, есть, есть одна. По идее, за место нее должна вторая появиться. Что мы убрали? Мы убрали не то, что... Да, вторая появилась, но она стоит дорого. Но ее все равно надо брать еще. Намажьте оружие ядом. Все, здоровье почти полное. Бомбы не нужны. Это тоже убираем. Ну нахер оно нужно. Все, вообще без проклятий. Хотя можно было ее не брать за столько дорого, а вот, вот здесь убрать. Ну я могу сейчас там что-то увеличить. Мне теперь тогда надо увеличивать себе урон от рукопашки. Удары становятся быстрее, удары наносят больше урона. Регенчик, снос, увеличивается размер бомб. Не. Больше урона. Урона хватает, давайте быстрее. Что дал? Уменьшается урон от бросков. Ха-ха. Ну блин, с таким радиусом атаки, конечно, дико. На этот раз ключ. О, секрет. Чё идем? О, песик, он мне сейчас что-то даст. Дилан, это Дилан. Получено достижение умнички. Это рецепт. Золотой деликатес. Создать у кузнеца. Ты живой? Не совсем, да? Ладно. И чё, у меня все эти собаки появятся в доме теперь? Ну блин, с такими предметами я просто обязан проходить всех боссов. Да он урон-то не сильно понизился-то. Ах ты ж скотина. Все-таки зацепил меня каким-то макаром. Да, когда ближе бьешь, урон сильнее. А вот этот вот именно дальний радиус, то слабее. Вот это как работает. То есть если... А, нет, погодите. И в упор тоже. Но это мне надо было проверить. Молния. Аккуратнее надо быть теперь. Секреток я не видел тут. Это проклятие даст. Может дать весьма плохое. А все, дальше вниз. Больше мимиков, чем вам хотелось бы. Это не страшно. О, зато регенерация. Уже уровень 2 станет. И максимальное здоровье. Эти тоже можно взорвать. Пусто. Поехали.
слизни, но они сюда не допрыгнут. Ведь так? Ведь так. Да, урон, конечно. Еще как-то крит шанс повысить. Ага, живая. Ага. Даже похилиться не успела. Так, хпшечку забираем. 359. Секреточку я не видел. Ай, блин, я не замечаю эти кости дебильные. Падла, зацепил все-таки. Это что? Блин. Ладно, разбили. А то опасно. Вот такой я говорю. Был шар какой-то. Стоял. Я его разбил. И мне раз один хп. Да, блин, ты задолбал прыгать. Они когда прыгают, они иммунные. Вон там это уже урна понасоздавала дерьма своего. Кто меня вдарил? Ловушка вдарила, потому что они по ним прыгают. Их и не видно, эти ловушки. Чёртовы. Ключ. О, это что-то новенькое. Молния в бутылке. При попадании может появиться цепь молний. Ну, вообще, иногда может только хуже сделать. Секретки нет. Дальше. Я не понял, где сейчас был мой дополнительный это радиус атаки. Как к ним подходить, блин? Вот как к ним, блин, подходить? Они кидают так странно свои кости. Он ее кидает, а она вылетает сразу за километр куда-то. Больше мимиков, уменьшается урон от бросков. Тут нету. Получается здоровье вместо урона. Вот я не знаю, как это работает. Я один раз попробовал, это может быть, это походу на один удар только работает, а может и нет. Здоровье не надо, вот ключ, ключ я бы взял. Дальше дорого. И сломать надо тележку. О, ну 120. Походу не всегда там, да, по 600 выпадает. Нет, здоровья не буду, потому что реген есть. Пойдемте сюда направо. О, три проклятия, классно. А, нет, это три проклятия не даст. Это куча предметов даст. Ага, я тебе сейчас. Так, все на выход остается, что ли, только? Ну да. А, и здоровье теперь максимум. И денежки есть. Вниз. Залы 3. Сразу вижу секретку. Еду не надо. Аккуратней. Ага. 15 здоровья отдаешь, и он тебе что-то за это дает. Не всегда полезное. О, вообще череп. Там еще секрет. Ну давайте еще разочек. 5 золота. 6.
Алтарь. Но зато лучше бомбу потратить, чем ключ. Что, убираем проклятие? Наверное, да. Есть урон, конечно. Нет, тут надо проклятие убирать. Нет, не то! Вот. А, хотя, ладно. Почему не то? Нормально же. И сейчас потихонечку восстановим. Зато бесплатно. Так. Преобразует все реликвии в комнате. В другие, да? Что стоишь 200 всего? Вот 200. Ключ забираем. И рыбку забираем. Вообще теперь пусто. Так, ловушки. Аккуратно. Я же могу через стену их убивать. Так, мелкое вот это дерьмо по ловушкам прыгает. Молнии, молнии хорошо работают. Вставай. Так, черт, не стык, я ожидал с другой стороны. Она сейчас запрыгнет. Так, все. А, эти даже как враги не считаются. Но на ловушке-то они наступают вроде как. Сначала за реликвией, а потом дальше. О, еще золото. Живой? Мертвый. Так, ну такую я уже находил несколько раз. Брошенная кирка рикошетит. Оно где-то и хорошо, а где-то и плохо. Но сделаем, все-таки, если у меня еще урон от молнии заходит с каким-то шансом определенным. Ага. Вот. Ни одной молнии. Так, это чай отравлять, что ли? Здорово. Невидимка. Достаю, черт. Золота нет. Давай. Тряпка. Мошенница стоит опять. Ключ за еду. О, 4 ключа за... Добавляет очко брони, полоски здоровья. Я не знаю, это спасает от какого-то единичного урона. Я уже как-то один раз брал такую. А появится одна броня, и потом иногда за место еды будет эта броня появляться. Она, во-первых, дороже стоит, и нахер она нужна. Мне, наверное, это нафиг не надо, тем более за это 4 ключа отдавать. Вот это, наверное, можно взорвать, не? Не. Но тут все нечестно и дорого. Не буду ничего брать здесь. Мошенница, она и есть мошенница. 100, либо проклятие. Либо просто идите нахер, и я пройду вот так. Тут все равно будет проклятие. А здесь золото. А здесь мимик. А сюда что, ты не залезешь? Фига. Надо было посмотреть, сколько я с него получил. А это проклятие. Это... Блин, ради бомб?
В магазинах меньше товаров. Плохо. Все, дальше. Так, палатка. Тут можно сейчас немножко повзрывать. Может, что выпадет? Пока ничего не выпало. О, жрачка. Пригодится. Охренеть. Одна жрачка выпадала. Так, поехали дальше. Неожиданно он так с одного удара умер. Ключ. Есть? О, не помню. Брошенные кирки дублируются. Рикошетит еще и дублируется. Может, это как-то будет друг с другом работать? И кирка ко мне вообще никогда не вернется. Меньше товаров, да, у нас теперь тут? 3! Офигеть! На 2 товара меньше. Так вот уже нечестно становится. О, зато ключ. Здоровье максимальное, делать мне тут нефига. Пока что для меня магазин становится бесполезным. Да, охренеть. Они рикошетят, еще и каждый раз дублируется. Теперь выгоднее кирку кидать. Бомба. 14 бомб. Так, ну-ка. Взорвем. Пусто. По мне попали. Как попали? Чё попали? Первого знаю. Еще раз. Ну вот, они своими этими попадают. Своими костями дебильными. Как-то. Что, эти кости вообще не видно даже? Все. Ага. Погнали дальше. Босс. Так, надо спрятаться. Надо вот сюда. Только что, только со скелетами разобраться сначала. Да сдохни. Но он умирает там. Все. Ништяк. Секреток не видел. Здоровье нормик. Урон нормик. И? Что, секрет здесь? Да. Ага. Дебильный секрет. Если честно. Крыса. Все, пару раз сделаю. Ну вот. Что не сделаешь ради ключа? И этот босс легкий, насколько я помню. Темно. Он меня тогда, по-моему, даже ни разу не... А, зубы, да, точно, я вспомнил. Что-то нет, какую-то дичь он будет делать. Оу. А, руки, забыл. Вот это я забыл про руки. Но вот его в рукопашку особо-то не побьешь. К нему не подойти толком. Да и урон-то почти одинаковый. Ага.
Ага. Что у тебя столько здоровья, я думаю? У меня столько бонусного урона, а я тебя вообще не прошибаю, дядь. Ты нормально себя чувствуешь? Не хочешь умереть побыстрее? Так, у меня есть еще еда есть. Опять руки, да? Шарики когда будут? Вот они. Так, теперь по две руки. Так, что делаешь? Вали. Бить его можно теперь? Да. Да я даже половину хп не добил его. Ага, шарики. Вот сейчас можно будет просадить мальца. Плохо просадил-то. Ага, шарики. Ай! Это было больно. Так, два самого дядь. Это тоже было больно, кстати. Так, а здоровья-то у меня уже мало. А! Убери эту хрень. Так, сейчас опять дичь будет, да, с лазерами? Ну да. И он бессмертен. Ой, врезался, блин. Бить можно? Пока нет. Так, вот мне руки пошли. Умирай! Ай! Блин, черт! Да капец, сдохни! Проклятие! Я проклятие получил! Охренеть, легкий босс, он меня чуть не убил! Снижается максимальный запас здоровья, минор проклятия уровня 1, снижается скорость ударов. Эта комната называется «Нигде». Офигеть! Бегом в магазин. Вот вам и легкий босс. Так, 13 у меня бомб. Давайте смотреть, что будет. О! Зелье ярости. Бросайтесь шарами огня. А тут что? Тут могут, кстати, и враги быть. А, жертвоприношение. Потрясающе. Вовремя. Ну, кстати, я могу сейчас свой белковый коктейль использовать. Либо что, либо в этом какого. Сейчас я посмотрю, что там в плане еды. Отдых что дает, я не знаю. Как вариант сейчас отдохнуть. Ну, хотя раз, два. Да ну и хватит. Тут 39. Регенчик работает. Ой, давайте зелье используем в натуре. Че я, блин, парюсь? Вот секретка тут еще. А вот это возьмем. Шарами огня бросаться, что-то там. Во. Пустая. Класс. Дальше-то нет секретки? На выход. Так, и вот где-то дальше я уже помер, да? Да, вот у этого босса уже здоровье было до хрена. А, тут какая-то фигня. Это у нас золото такое теперь, да? Это что? Ничего, это. Просто такие камни. И в них, по-моему, ничего нету тоже.
ну, в плане золота. Бомба. Пещеры, уровень 1. Вот это я уже не проходил. Так, пора проклятие снимать. Слишком много хп это отнимет. 150, а лечиться пока негде. О. Мимик. Так, ну это куча золота. А-а-а! Блин, я испугался, что он на меня прыгает. О, это огромная куча золота. А там секретка. А в секретке мошенница. Прекрасно. Обменять ключ на еду. 135 здоровья. Смерть под 90 градусов. Бомба ладьи. Я понял. Она будет как ладья взрываться. 135 хп за это отдать. Но там что, там лазеры будут или взрывы? Если взрывы, то прикольно. По центру комнаты бомбу кинул, и она может тебе все секретки открыть. Надо посмотреть, что в этой... на этом этаже будет в плане... в плане еды. Так, вспоминаем вот теперь, что они умеют. А, я вспомнил, тут очень сложные враги какие-то будут. Прям вообще жесть какие сложные. Но вот уже начинаются вот эти вот мухи какие-то дебильные. Тут будет полная дичь, в общем. И 150 здоровья и 135 на бомбы отдавать как-то очень жалко. Вот ведьма. А, вот эти невидимки меня покоцали, по-моему. Две ведьмы. Да уберите вы от меня эту херню летающую. Твари. 65 урона. Ты чё, блин? А? Фига их бить. О, рыбка. Прикольно. 55 здоровья. Все, да? Ну-ка дальше. Вот, здоровье макс. Еще реген работает. Вот эта херня меня убила. А, погодите, это же не это, как вот. Это ловушка или что? Нет, это враг. Блин, я думал, это пропасть. Это не пропасть, врезался в стену. Все. Но уже не макс. Есть какое-то зелье ярости. Так, пойдемте возьмем артефакт. Космическое яйцо. Спутник набирает больше опыта. Потрясающе. Вовремя, самое главное. Так, сразу... Ой! Луч пошел. Вот твари дебильные. Нравится? Нравится? Так. Вот, магазинчик. Сейчас... А, блин, так мало всего. Еще больше цены. 200-600. Вот. Ну, где-то 100 хп, наверное, я восстановлю вот этими двумя. Поэтому можно пойти... И от проклятия, наверное, избавиться. Или же все-таки бомбу. Бомбу тоже хочется. Хотя бы посмотреть, что это и как это будет работать. Но, блин, бомб у меня сейчас что-то уже немного, на самом деле, осталось. 10 всего. Лучше, конечно, снять проклятие. Больше мимиков вообще плевать. Больше ударов. 175.
Вот он и убрал, что в магазине теперь у меня все будет ништяк. Не, нельзя бомбу брать. Иначе я просто сдохну. Сложный вот этот. Блин, тут все такое вот красочное, отвлекает, я не знаю. 88. Слушайте, а может немножко потратиться, зато я узнаю, как это работает. И на тележке можно будет проверить, да? В натуре. Пойду возьму. Так, ну вот. Берем это, берем это. 202. Получен достижение Покровитель 2. Типа денег столько потратить. Ну-ка. Это все-таки взрывы. Вот это уже круто. Во-первых, секретки находить, больше всяких объектов взрывать. Вот это реально круто. Тут даже взять нечего. Вот в этих ничего не падает. Погнали вниз. Да, ну как же тут все-таки пропасть похожа на скалы вот эти. Просто один в один практически. Сразу заходя в комнату, так вот как бы боковым зрением, ты не поймешь особо. Так, пока не буду, я посмотрю, может там с другой комнаты можно будет эту секретку открыть. Так, где пропасть? Пропасть нужна. Мне срочно нужна пропасть. Да блин, отвали, дядь! У тебя проблемы! А, это ж бомбер. Ну-ка, давай-ка все нам повзрывай тут. Что это было? Это почему она так сработала сейчас? Эй! Я не понимаю, что происходит. Откуда брались вот эти остальные какие-то... Не взрывы, а что это, удары, не знаю, как даже назвать. Мимик. Вот эта херня, она... Ага. Так, он хилится, ну пусть хилится. Чертеж золотая пыль. Вот это как ловушка срабатывает. Так, давай вот сюда закидывай свои бомбы. Еще опять сработает? Не, не сработало. Надо все камни разрушить. Кидай сюда. И сюда. Все, молодец. Офигеть. Дерьма кусок. Взяла, начала какую-то херню и распыляться. И здоровье столько потратил. Я могу сейчас сдохнуть где угодно, когда угодно. Ведьма. Да черт! Только зашел в комнату, уже люлей огребаешь. О, рыба. Ай! Бесит. Надоели. Так. Надо идти, наверное, отдыхать. Хоть глянуть, что это такое. Я иначе я сдохну, я не знаю, что делать. И секретку открывать. Она ведьма-то тут другая, я никак не к этому не привыкну. Так, давайте сначала откроем тогда. Такая бомба и меня убить может. О, мне сюда надо. И туда. И туда, и сюда. Это берем. Эффективность лечения. Увеличивает размер бомб. Ничего нигде не светится? Не. Просто впереди еще магазин.
Я так не хочу тратить палатку. Но можно сдохнуть в любой момент. Ладно, рискну. Вот пойду туда прямо зайду. Так. Вы вроде простенькие, да? Я на всякий случай буду от вас подальше держаться. И вот так вас душить. Своими кирками. Скелета не трогать. Он оживет, скорее всего. Отлично. О, камень взорвали. На халяву. Нет, скелет не ожил. А это реликвия. Большая медведица. Пища на время повышает максимальное здоровье. Ну, на время это не очень, конечно. Так, а дальше уже опять опасно. Там у нас тупик. Значит, мне только туда, прямо. Здоровье 113. Чуть под восстановление. А, враги, когда по этой херне попадают, да? Она и срабатывает. Правильно же? Да сдохни! Дрянь! Во, да-да-да. Они когда своими снарядами попадают, она срабатывает. Вот уроды. Пойди догадайся сам. Так, ладно, тут я вытерпел. Выдержал натиск. Где магазин? Иди нахер. Никого. Вот он магазинчик. Так, давай еду. Снова дофига товаров. Бамс. Бамс, бамс. Убрать проклятие. С удовольствием берем. Так. Что-то одно убрали. Пусто. Это что? Это ярость, которая у меня. Да. Бомба. Стейк. Берем. И вот эту. Окорок. 316. Ну вот, уже ништяк. Все, хватит. Бомбу надо? Да нет, не надо. Ну и отлично. И не надо никакого отдыха. Пойдем последнюю комнату зачистим. Блин, как сложно тут. Там ключ. Выбрать. Атаку. А это макс ХП, наверное. Макс ХП сейчас не помешает, но я так, блин, не знаю, давайте макс ХП, наверное. Потому что урона у них уже много, выживаемость нужна. Все, на следующий этап. Два ключа у меня всего. Печаль. Бомбы не надо. Ну, от мимиков я не избавился, но это бывает даже лучше, чем хуже. Скорость ударов.